4 внедорожника для нужд военнослужащих отправили в зону СВО. Автомобили «Нива» приобрели за счет личных средств спикера республиканского парламента Заура Аскендерова. Транспорт отправили из поселка Манас Карабудахкенского района в Ростовскую область, где машины распределят по пунктам назначения. Предполагается, что техника, востребованная на передовой, будет помогать в эвакуации раненых и работе медицинских служб. Напомним, ранее Заур Аскендеров вручил ключи от автомобиля «Нива» депутату-добровольцу Абдуле Магомедову, который отправился на машине в зону боевых действий. Забота о тех, кто защищает интересы страны – одна из главных задач на сегодняшний день, отметил председатель Народного собрания.